Если раньше о прозвищах, которыми нас награждали, можно было только догадываться, то сегодня все задокументировано прямо в телефонных справочниках наших знакомых. Солнышко, Пупсик, Рыжий. Кажется, в каждом телефоне есть номера этих троих. Так ли это и насколько далеко готовы зайти красноярцы в обзывательной оригинальности? А вы всех подписываете по именам? Да. Ну, то есть нет ничего там, не брать трубку, допустим, или там каких-то, может быть, милых имен там. Поцелуйчик у вас здесь. Поцелуйчик, это же имя вы просили, я так поняла. А, ну то есть смайлики все равно какие-то присутствуют? Да, смайлики, да, используют. Для чего смайлики тогда нужны? Ну так ориентироваться проще. Лучшая подруга, ну я же не буду ее подписывать просто Ксюша, там зайка или что-нибудь такое ласковое. Или вот любимый, допустим. Сколько вы встречаетесь? Полтора года. Смотрите, а вот когда наступает тот момент, когда нужно обычное имя переименовать уже на какую-то кличку? Вот когда у вас это случилось? Ну, я думаю, где-то на полгода, когда ты уже максимально привык к человеку. Угу. Вот. Слава, а ты как считаешь? Ну, я вообще бы сразу поставил. Бывает такое, что не обязательно знакомому или близкому даешь кличку, бывает какому-то человеку, с которым, например, не хочешь брать. А есть у вас такие? Конечно, есть. Ну вот, к примеру, вот. Давайте мы это оставим в секрете. Был у меня один такой случай, до сих пор этот номер у меня, ну, к счастью, он не звонит. А что за история была связана с этим? А, у меня был очень хороший знакомый, у которого были проблемы, по-моему, с какими-то долгами, что-то с этим связано. Вот, и он через меня связывался и попросил не брать с этого номера. Если мне имя и фамилия говорит что-нибудь о человеке, который мне звонит, то имя и фамилия. А если я не имею малейшего представления о том, как его зовут, то чаще где он оставил мне свой контакт, где мы виделись. Существует легенда, что мужья ревнивых жен записывают контакты других женщин в телефоне мужскими именами. Давайте узнаем у красноярцев, так ли это? Нет, честно говоря, только по телевизору видел. В жизни никак. В жизни никогда. А скорее всего люди насмотрелись телевизоров, каких-то зарубежных фильмов, ну и, соответственно, это все перешло. Ну, на данный вопрос ответить сложно, потому что все, наверное, человека зависит от воспитания, от его морально-нравственных качеств, поэтому как-то здесь на какие-то сказки и повести уповать не стоит. По-моему, был случай, так сейчас припоминаю, да. Просто мы вот сейчас у всех мужчин спрашиваем, все думают, что это все выдумки. Обманывают. Думаете, обманывают? Обманывают. А, это правда. Это правда? Да, это правда. А, ну, вы сталкивались, там знакомые ваши с этим сталкивались? Ну, знакомые сталкивались. Пожалуй, раз выдалось снимать сюжет на такую тему, воспользуюсь случаем. Сам проверю, как мои коллеги записывают контакты в телефонных справочниках. Свет, понятно, что я у тебя записан занудой, в этом мы уже разобрались. Скажи, а вот Наташа... Повар, муж, Мон. Кто это? Я не помню. Серьезно, бывает такое, что забываешь, да? Да, конечно, особенно контакты своих клиентов сохраняешь. Каких клиентов? Потому что так героев сюжета быстро сохраняешь, там как-то подписываешь, потом вот думаешь, кто это такой-то вообще? Я начитал 16 Александров. А, ну это вот такой казус у меня приключился, когда я переносила контакты со своего предыдущего телефона в этот телефон. Они почему-то сохранились вот именно так. И вот с этим у меня возникает как раз проблема часто. Интересный факт. Некоторые специально переименовывают контакты самых близких, начиная имя с первых букв алфавита, чтобы самые нужные номера высвечивались первыми. Будьте внимательны, ведь даже такая мелочь, как имя в телефоне, может спровоцировать ссору, считает психолог Борис Лисицын. Твоя вторая половинка спрашивает, а почему же ты меня солнышком не назвал там или зайкой, как у них это принято? Вот, поэтому даже можно упрек услышать, если ты неправильно записал. А у вас такие случаи в практике были? Да, у меня были такие случаи в практике, потому что иногда люди в отношениях очень сильно ищут повод поругаться, и иногда это становится поводом. Выходит, телефонный справочник стал чем-то вроде отражения наших чувств к другим людям, а не просто списком контактов. Будьте оригинальны, самовыражайтесь и оставайтесь вместе с утром на Енисеи.